Дорожные работы в Красноярске теперь дороже. Стоимость выросла в 4 раза. Размер среднего лота на проведение ремонтных работ теперь не 5, а 20 миллионов рублей, рассказывают в мэрии. Какие магистрали изменятся в первую очередь, расскажет Захар Письменных. Ремонт дорожного полотна. Расстояние 940 метров. Установка опор освещения с выставлением разделительной полосы посередине. Улица Молокова в этом году будет первая выставлена на торги. За 90 с лишним миллионов рублей, по словам властей, обустроят и зеленую зону, и парковочные карманы. Реконструкцию начнут уже в конце мая, а закончить обещают 1 октября. Основная причина масштабного ремонта – желание поддерживать в надлежащем состоянии уже существующие городские магистрали. Должны быть обустроены тротуары, пешеходные дороги, и она должна соответствовать требованиям безопасности. Данный участок улицы от Шахтеров до улицы Батурина не соответствует требованиям безопасности, как минимум, пешеходов. Потому что мы не видим там ни тротуаров, проезжая часть не ограничена. Но главное, говорят власти, что благодаря новому алгоритму контроля за подрядчиками видны положительные результаты. Например, за ремонтом улицы Высотная следили не только чиновники, но и общественность. После открытия 4-го моста через Енисей запланирован ремонт коммунального моста. А подрядчика, который некачественно отремонтировал его в прошлом году, в мэрии пришлось заставлять переделывать. Дефектов достаточно много, поэтому надо работать над качеством, требовать это качество, иметь надежные рычаги влияния на подрядные организации, которые выполняют работы. Это, как говорится, ничего личного, но необходимо, чтобы такие инструменты работали. В этом году помимо улицы Молокова будут ремонтировать еще 17 основных магистралей. Обещают не забыть про дворы и межквартальные проезды. При этом постараются, чтобы ремонт не мешал людям и спать, и передвигаться по городу. Мы проводим работу, объясняем, что такой вид работ целесообразен только в ночное время суток, по крайней мере, не в пиковые часы. Кроме ремонта, в этом году планируется и строительство дорог. Власти обещают полностью закончить новый въезд на Северное шоссе, а также в первую очередь развязки Брянская-Калинина. И горожане надеются, что новые магистрали не придется ремонтировать через год. Захар Письменных, Александр Сагайдак и Владимир Антонов. Новости ТВК.